Нет лучшего стимула для развития, чем конкуренция. BrainLink ежегодно дает десяткам школьников и студентов расширять свои знания. Во Дворце молодежи стартовал новый сезон. Первую игру посетили премьер Сергей Токоев, руководитель администрации главы республики Сергей Тоболов и министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Хасан Бароев. Они пожелали юным интеллектуалам удачи в новом сезоне. В игре участвовали две команды капитанов школьной и молодежной лиг. В интеллектуальном сражении победу вырвали школьники. Новый 14-й сезон BrainLink, по словам организаторов, обещает быть еще интереснее. За первое место и звание самых умных будут бороться 16 команд. Дети и молодежь получают от этого огромное удовольствие. Я считаю, что это огромный плюс вообще для продвижения и развития такого, будем говорить, вида, да, как интеллектуальная игра BrainLink. Все прекрасно видят, как молодежь пытается думать, угадывает совершенно сложные вопросы, что и дает огромное развитие.